27 апреля – один из самых древних и великих праздников православной церкви. Название ему – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день христиане вспоминают событие, которое произошло в Назарете более 2000 лет назад. Описал его евангелист Лука. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и принес благую весть о том, что она зачнет от Духа Святого и родит Сына Всевышнего. Мария же Дева по своему смирению ответила «Сераба Господня» и тем самым показала пример отношения к воле Бога каждого из нас. И поэтому Церковь так велико ставит Деву Марию. Именно смирение является основой жизни Пресвятой Богородицы. Смирение и покорность воле Божией, подобно Пречистой Деве, есть обязательное условие для соединения с Богом, а само Благовещение Церковь называет главизною спасения. В этом году Благовещение попадает ровно на середину Великого Поста. Великий Пост – это время особенно усиленной молитвы, и сейчас середина Поста. Те, кто еще не смог по каким-либо причинам присоединиться к этому умному деланию, к подвигу духовному, я вас приглашаю, приходите на богослужения, которые посвящены Благовещению Пресвятой Богородицы. В соблюдении Великого Поста по случаю праздника разрешаются определенные послабления. Разрешено есть блюда из рыбы и морепродуктов. В народе говорили, на Благовещение птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает. Поэтому в этот день не принято заниматься физическим трудом и прочими житейскими делами. На первом месте должна быть духовная жизнь.